основана на реальных событиях. Меня зовут Уолтер О'Брайен. И я гений. Уолтер! У Эйнштейна IQ был 165. У меня 197. Подпишите, и я расскажу, как взломал НАСА. Капрал Центру. Скорпион у нас. Он ребенок. В детстве у меня из-за этого были проблемы. Теперь я вырос. Но ничего не изменилось. Поэтому я создал эту компанию. Тактическая группа из самых умных людей на Земле. Эй, ты чего творишь? Не парься. Хотя и не самых нормальных людей на Земле. Ты зачем воруешь электричество? Это временно. Мы должны были оплатить счета после прошлого проекта. Я 3 дня работал над этим алгоритмом потерь для... Ты потерялся в цифрах и забыл оплатить счет. Служба нацбезопасности, нам нужен Уолтер О'Брайен. Я пробил всех вас. Феноменальный механик, одаренный мозгоправ, человек-калькулятор. Гений, использующий мозг в полсилы. Хотите сделать что-то важное? Вот ваш шанс. 45 минут назад в пункте управления полетами Лос-Анджелеса автоматически обновилось ПО. Вся система полетела. 56 самолетов остались без связи. Без управления посадкой они скоро останутся без топлива. Они разобьются, Уолтер! Если это случится, погибнет 20 тысяч человек. Думаешь, они справятся? Уолтер О'Брайен входит в 5 самых умных людей планеты. Так что да. Решать тебе. Собирайте снаряжение и быстро. Служба нацбезопасности, у нас чрезвычайное положение, нам надо занять ваше кафе. Я взломаю службу безопасности аэропорта и направлю камеры на мониторы. Мне не нравится, когда в моем аэропорте что-то взламывают. Поставили бы защиту. Через 20 минут оставшаяся работоспособная часть ПО будет повреждена. Хэппи, Тоби, дуйте в серверную, найдите резервный диск. Меньше минуты, где он? Смотри, это босс, видишь ремень, он левша. Правые серваки не трогаем. 100 серверов, 10 секунд. В нем 1.70 м, значит забьем на верхний. Один из этих, вот он, вуаля. Откуда ты знал? Вот тут написано аэропорт. О, да я тебя сразил. Вот, подумала, вы пить хотите? У тебя анемия. Из-за этого ногти бугристые, лак неровный. Принимайте железо. Лак неровный, потому что их красил Ральф. Только не надо говорить, что ему тоже нужна помощь. У него задержка развития. Прояви сочувствие. Задержка, значит? Взгляни на них с Сильвестром. Знаешь, что он делает? Играет в шахматы. С гроссмейстером, который вот-вот проиграет. Уолтер, ты видел? Шахи мат 8 ходов. Молодец, пацан! У меня для тебя плохая новость. Твой сын гений. Через 5 минут нужное нам ПО исчезнет навсегда. Рассчитай, сколько киловатт нужно, чтобы вызвать перегрузку в радиусе 10 километров. Нет. Не время, Сильвестр. Стой, ты что делаешь? Я не могу считать в беспорядке, я так устроен. Я тебе сейчас устрою пинком под жопу. Погоди, вот. Один кусочек. Самый большой и самый маленький. Порядок. Отлично. Сильвестр, не хочу тебя торопить. 500 тысяч киловатт. Умница. Нам нужно ровно 500 тысяч киловатт. Сможешь управлять светофорами? У нас еще есть шанс. В 20 минутах отсюда есть аэродром. Кто меня туда отвезет? У нас всю жизнь проблемы с общением. Мой сын хочет, чтобы я тебе помогла. Пожалуйста. Светофоры зажгутся. Сейчас. 160! Тут нет подушек безопасности! На таких скоростях они бесполезны! Еще газу! Этой осенью! 89 минут до падения первого самолета. Уверен, сейчас целая армия пытается исправить ситуацию. Режиссер «Форсажа» представляет. Мне надо попасть в «Феррари 458». Открой крышку бензобака, вытащи чип ЭБУ. Одна команда. Вероятность успеха всего 17%. Готово! Настоящий гений. Меньше 1%. Давай! О боже! Скорпион! Меня зовут Уолтер О'Брайен. И я гений. Смотрите на канале CBS.